Раз-раз. Будем проверять. К игре. В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Что, позвонить ей казалось, просто что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце пиздец. Концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Изиме? Так, ну, это со скрученной записью, да, я так понял? А какие настройки, я не помню просто, ребят. Сейчас, секунду. Вообще. Хайрвор скучно, нет? Запретить. Короче, все запредельно. А я вот не поставил проброшку. Тут тоже все. А где Хайрвордс? Этот, типа, волосики. А, все включено, окей. Давайте, наверное, это HD, да, ну ладно, пусть HD будет. Что он делает? Я сейчас просто объясню, почему оно мне не нравится. Русский говорит. Вместе с... Покиньте Белый Сад какой-то, короче, с каким-то дедом. Плотва. Так, и куда мне надо? Ну, во-первых, лес. Что это такое? Ну вот просто смотрите. Не торопись. Вы чувствуете, что он живой? Ну, какую-то атмосферу он дает? Мне вообще нет. А, у меня голова просто. Как надо быстро бежать? Левый shift, побежали. Чё ты такой слабый? Волк. Волк. Поднимайся. Плотва. Всё же тут просто она... вот, окей. Прибыли мы в лесочек. Ах ты ж, сука, иди сюда. Реально, вы чувствуете, что это живой лес? Ну, типа, он атмосферный? Беги, плотва. Тревога лошади. Мою тревогу кто-то, блядь, покажет. Этот. Ну, серьезно? Ну, я вот... Мне вот это главная атмосфера. Я вообще ее тут не чувствую. Ну, типа, окей, объемное освещение, заебись. Но я не чувствую, что это живой лес вообще. Мне кажется, что это просто какие-то текстуры. Олень. Ох ты ж, сука. Я же ведьмак. Я рублю волков большой тычкой. Что, драться расхотелось? Я, правда, сейчас сдохну, наверное. А у меня есть что-то? Что-то выпить? Хорошо. Меня убили волки. Ага-ага. Надеюсь, фулл хп будет. Опять я тут появился. А как это похавать? О, похавали. Местная перцовка. Ой, вот это единственное, что мне нравится в этой игре. Перцовка. Ну я не знаю, она не атмосферная, но она настолько пластиковая. Ну, не знаю. Вот ты понимаешь, что эти люди просто декорация. Дисциплина, вот чего вам всем не хватает. Ладно, давайте поедем просто, блядь. А, он еще и в воду не едет, а вот в Скайриме в воду едет. Быстрее. Быстрее, давай, 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 энергии лучше. Сейчас доедем куда-нибудь. Давай.
Так, ну вот эти NPC... Ну я не знаю, но я не чувствую атмосферу, ну простите меня. Я понимаю, что тут может быть какой-то имбо-сюжет, но я не чувствую погружения, так сказать. Вот давайте посмотрим, как будет взаимодействие с NPC. А никакого взаимодействия с NPC. Вот я им... Поговорить. Я вот хочу с тобой поговорить. В Скайриме к каждому подходишь, он тебе что-то может рассказать. Седо тебе не нравится? Не знаю. Тут никто ничем не занят. Какое-то все, ну, типа, декоративное слишком. Кто тебя убивает? Так, а куда мне показывают? Показывают туда. Так, я что-то потерялся. Ничего не понятно, а как тут карта? Есть тут карта? О, тут есть карта. А, так у меня сюда и надо. Давай, ползи. А, сюда надо. Окей. Блять, как сюда зайти? Кто? Гусыня. Давайте. Ну вот я вошел. И кому мне надо? А. Катсцена. Йеннифер в Узиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Якубович? Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Почему? Это еще что такое? Это кто такие? Еще кто такие? Я вас не звал. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Ну так давайте. Нильфгаардцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. В смысле, как это не вмешиваться? Сейчас, походу, что-то будет, да, ребят? Заварушечка. Что случилось со щитом? Каким щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Хера себе, у вас тут банки есть? А, счет, я думал, счет сняла в банке. Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Ну, так может, правду люди говорят? Герб Украины его есть. Ах ты ж, блядь. Ох, блядь, сейчас будет. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Ой-ой-ой. Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам, что они гнева Ого. Божьего не боятся. Шахтеры вообще бунтовались. Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине Пусти. Задохнулось. Что? Не Ой-ой. Боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Вот так. Оставь. Опа. ПВП пошло. Так тут надо смотреть, а не играть. Я вот, вы знаете этот если бы это был сериал, знаете, что даже компьютерный, я бы его посмотрел. Ты цела? Конечно, цела, только носик немножечко припудрить надо. Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Ай-яй-яй. Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Да ты землицы, походу, любишь, судя по ебалу. Мы никуда не пойдем. Ого. И вы тоже. Они уже не отступят. Арагорн. Вижу. Что, ПВП сейчас пойдет? Ебать. Мужики, на лу... Так, а как там ПВП? Все? Опять катсцена? Интересно.
интересная игра. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Так в смысле, она ж кончена. Че ты боишься, женщина? Лицо-то у него блоги! Уходите! А что с лицом? И не возвращайтесь! По-моему, секси. Пацан стругать пошел, блядь. Так это караоке местное? Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Так это была классическая ситуация в караоке. Только не попели мы. Опа. Не мы это начали. Хорош. Оу май. Все. Сплошные отговорки. Ты как привет, всегда. Толи. Йеннифер? Ну как? Шо, ну как? Я ногами. Получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Ну, баба, понятно. Рада тебя видеть, Геральт. Надо было с этого и начинать. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Где? Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Ну, как бы да. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Как? Такая прям... Не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но вы зиме. Седлайте коней. Я бы... Куда такая спешка? Давай покуролесим. Вот тут караоке рядом. 6 месяцев я провел в седле, я не видел тебя 2 года. Давай не будем торопиться и... 2 года. К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Кто? Тот, кто ждать не любит. Имя. Император Эмгир Вар Эмрейс. Это кто, военком мест? Для друзей, белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Нихуя себе у тебя никнейм. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Ух ты, он свадебный. Из числа тех, от которых нельзя отказаться. Я не отказалась, хотя могла бы. В смысле, что? А? Что он тебе предложил, ты ж сучка. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. Ах ты ж сучка. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Ага. Спасибо за помощь. И до свидания. Давай. У тебя конь быстрый? Жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Мой конь очень быстрый. А я уже забыл, что это игра, кстати. Вот почему она мне не нравится. Тут просто смотришь. Просто смотришь. Катсцена за катсценой. Окей. Еще катсцена. А руки у меня свободны. Можно просто смотреть. Знаешь, ты мне недавно снилась. Ага. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала. А потом... Что? Потом приличный. Ой-ой-ой, у него какое-то... Это кто? Эти всадники? С Изенгарда? Ну это реально, это вот скелет. Дайте хоть кнопку нажать какую-нибудь.
Ого, она кастует, походу, как Гендальф. Нифига. Это, походу, кинуло этим Самсунгом с батареями кривыми. Поговорим об этом завтра. О, хорошо. Мы сейчас город, да? Сейчас мы проверим мой FPS. То я тут разгнался на эпичных настройках. В поисках Йеннифер, опять заставка. Своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все да же она оставалась слышал. Неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. В Изиме. О май. Оккупированный... Ясно, не буду шутить. Про оккупированный. А что это за банька-то такая? Кстати, опять заставка. О май. Холопы. Да, господин. Ты тоже мне помыть спинку пришел? Пожалуй, достаточно. Бля. Думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милости вы, государь, позвольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот бержер. Полный титул? Куда? На ну, это все прикольно. Стул. Такой блестящий. Кледвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. В смысле побрить? Вы что, гоните? Зачем? Не надо, Пузязя. Ты даже нет не скажешь? Что не так с моей бородой? Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезность. Кайво. Но лишает вас элегантности. В Нильфгарде борода не приветствуется. Ты чего? Особенно если в ней завелись вши. Какие, блядь, вши? Я долго был в дороге. Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Ну блин. Ну вы чё? Ну вы чё? Как подготовка к аудиенции? Всё по плану? Да, ваше превосходительство. Его милость предстанет в более или менее презентабельном виде. А ты кто такой? Ты кто такой? Очередной цирюльник? Блядь, он в краске. Нет. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Мои люди сопровождают Йеннифер. Слышишь, блядь? Точнее, сопровождали. Ни один из них не вернулся в Изиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? Кажется, у тебя есть немного времени. А на горле бритва. Их убила дикая охота. Они погибли как герои. Твои люди погибли в бою, как подобает солдатам. Я вижу, ты не слишком озабочен их судьбой. Верно. Готов поспорить, что и они не слишком заботились о судьбе людей, на чью страну напали. Ой-ой-ой. Нордлинги. Вас можно умыть, подстричь и одеть, но научить манерам это будет непросто. Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Побрить вас еще раз против роста волос? Нет. Этого лучше против шерсти не гладить. Прощай, ведьмак. Зачем меня побрили? Или скорее до свидания. Но мне не нравится. Превосходно. Теперь, ваша милость, извольте одеться. Катя бы не одобрил. А чем его помазали? Раньше было пеной? Или что это такое белое? Я вообще-то не этот жилет. К сожалению, а когда играть? Я уже мечтаю. 15 просто смотрю заставки. Если будет жать, портной внесет поправки. Какие поправки? Конечно, у вас есть что-то. Где моя одежда? Черный, черный, черный. Где... Дайте мои тряпки. А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Какой вы получите ее после аудиенции, чистой и накрахмаленной. Что там крахмалить ты собрался? Знать, когда вы выберете одежду. Латы мои металлические. О, мне дали играть. Ух ты,
Это было неожиданно. Гейская. Ну вот это. Хотя, блядь, оно все гейское. Давай вот это оденем. А, и как одеть? Все, готов. Тебе нравится мой стиль? А говорят, опять заставка. Платье красит человека. Ваша милость, вы довольны костюмом? Да, пойдет. Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Хорошо. Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Пиздец, но блядь. Прежде чем вы в Голландию приехали перед владыкой юга и севера, я должен убедиться, что ваша милость знает. Я просто смотрю заставки. Кланяться? Ну давай, убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена. Перед кем я кланяюсь? Голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Ты, должно быть, шутишь. Ты, наверное, шутишь? Ничуть. Я абсолютно серьезен. Да, я вижу. Знает ли ваша милость, что грозит за нарушение этикета в присутствии императора? 200 палок. О, как ему? Я не желаю этой милости, поэтому не выпущу вас отсюда до тех пор, пока не буду уверен, что вы умеете себя вести. Боже, тут просто однокнопочная плохо, игра. Плохо, еще раз. Сука, сука. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена. Голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Какая ты мразь. И батин дебит просто. Движением не достает плавности и грации, но... Грация? От Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. Пиздец. К императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость, в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно? Я хочу на улицу. Ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Ты под... Опять заставка. Ребятушки, вы меня чувствую, тут испытываете. Ингриме айп арт херзер, дейтвин аден инкарн айп морвуд. Ага, шейх шведский прибыл. Поклон! Да не буду ей поклоняться, пошел нахуй. Хорош. Император. Арер айп то орде. Велен наман вадгерн, лаборд. Пошел вон, холоп. Ведьмаки не преклоняются ни перед кем. Столько месяцев при дворе Фольтеста, а даже основ этикета не освоил. Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Хорош. А я себе назвал поклониться. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена, а значит... Молчи. В смысле молчи? Моя дочь Цирилла вернулась, и она в опасности. Да, блядь, с таким лицом... дикая охота. Короче, найди ребят... ее и приведи ко мне. Ты что, уверен? Да я согласен. Ты уверен? Цири уехала очень далеко. Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен.
Ну, вспоминай. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Да все, почему я должен нажимать эти диалоги? Ребят, я сижу уже 20 минут. Ты сам знаешь. Вот сейчас скажу сколько. Потому что она тебе верит. 25 минут из них. Да, верю. Игры 3 минуты. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, серьезно? Чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Вы серьезно? Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Ну, больше, это другой чем разговор. Ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Да, я рад. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Ребят, только результат. В игре 26 минут. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция. Сколько окончена. Из них Мерили. Мне давали играть. Проводи его к чародейке. Сколько? Минуту? В баре потыкали. Остальное все заставки. Ваша милость, вы меня не поняли. Сейчас я опять идем к другой заставке. Я подчеркнул, что перед императором надлежит склониться. Спокойно. Ничего не случилось. С вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличий и никого не задевать. Хватит нарушений этикета на один раз. Не задевать? Ах ты, спокойно! Простите? Ах! Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я, Эревар... Что там за дедушка? Да. Так, ну что? Про время для заставки. Слишком много мне дали свободы действий. Ты можешь быстрее топать? Что ты там плюешь? О, это как в этом гильдии магов или как она? Что вы несете? Я не понимаю украинский. Ну что? Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Ага. Тогда записывай. На самом деле. Опять заставка. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. Oh my. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Oh. Но нас ждут другие дела. Какие дела? Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Ну да. Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов. Агентов? Получается как-то так. Агенты Кремля? Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. А ну-ка, а ну-ка. Опять выбирать. Значит, это уже наши агенты. Я сейчас взорвусь просто. Быстро же ты тут освоилась. Геральт, не цепляйся к словам. Я знаю, кто такой Имгыр. Он развязал кровавую войну. Приказал убить моих подруг. Но у нас нет другого выбора, подруг? Поэтому прошу тебя. У тебя есть подруги? Не будем взвешивать за и против. И просто найдем Цири. Так, сколько геймплея уже? 30 минут. Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Крыжовником пахнешь сильно. Я ищу Цири уже много месяцев. И рыбой. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж... Не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам. Охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы... Ай, блядь. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Просить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Это кто? Ты должен ее найти, Геральт. Прежде чем это сделает дикая охота. Опять выбирать.
Это что, это какие-то комиксы или что? А где именно видели цель? Так как они вот эти аниме-игры, где выбирать надо диалоги. В Новиграде. След в Велине, пожалуй, я сейчас на Alt-F4 просто держу кнопки. В корчме на Распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных Какой знаков? Какой пароль? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишки. Полчаса. О работе разведки. Полчаса. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Меригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Квартирка? Наверняка она будет рада меня видеть. Очень. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиге. Там произошел выброс магической энергии, которая уничтожил пол леса. И кажется, это как раз связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не связалась? Это неинтересно. Ты выйдешь уже просто, блядь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Но я понимаю. Полчаса. Это правда. Полчаса, ребята. Тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Свой доспех. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с весемирным здоровьем, поговори с послом Варатре. Блять, что и, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Язык в рот давай свой. О. Я буду тебя ждать. Ну ты прям... Ну все, все, пацан, вижу цель, не вижу препятствия. Так, куда там мне идти? Да опять за, блядь, идите нахуй просто. Вы чё, ебанули? Отдай шмотки. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. В смысле, что? Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой. Ребятки, здоровой, как можно просто скорее. Больше полчаса, да, заставки. Он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Да все, да, отправился. Говорят, женщины севера, но... Что? Задание выполнено. Я даже ничего не делал. Все, на улочку, на улочку. Что, дайте мне... Быстрый переход. Ёпса на мать. А куда мне надо? Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи. На этом Геральт узнал, что остановимся. Его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия. Мне кажется, и ей грозит более опасность. Чем достаточно, по чтобы понять, почему нам не нравится. Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Пять дней спустя, что я пять дней делал? Воробушки что там растят? Красавцы. Раньше, по-моему, там было цензуры не было, да? Типа голову видно было. Вы мне дадите геймплей просто. Заставки, заставки, заставки. К игре. Так я голову так и не отдал, кстати. Но
Да забей на меня. Дайте мне просто на локации посмотреть. Ну вот сюда, давай залезем. Ну, тут уже покрасивее, окей. Ох, ебать. Да что тут один собака отвечала? Утопленец. Мне же сюда надо, правильно? Задание выполнено. Ладно, на этом пока все. Ну вот как-то так. Очень много заставок. Очень я, блядь, полчаса смотрел на заставки. Если вы мне скажете, да это начало. Оно должно завлекать как-то, я не знаю. Но сюжет окей, может быть здесь прикольно, диалоги, все вот это. Ну, блядь, это же игра, не фильм. Не знаю. Ай, посмотрим, я дальше еще позахожу сюда иногда, но пока это заставки, а не игра одна.